Как написать сценарий к комиксу. И не только. Когда мы только начинали, у нас не было опыта работы с комиксами, все-таки мы делали все, основываясь на каком-то своем мнении о том, как это делается, и шаг за шагом. У нас был какой-то писательский опыт, у нас были знания о том, как пишут сценарий к мультфильмам, фильмам, но над комиксами именно мы еще не работали. Да, потому что это несколько другой формат, это выглядит легко с одной стороны, но требует немало усилий и работы, потому что... И усидчивости. Да. Когда пришла идея, она казалась отличной, гениальной, просто замечательной. И когда я Саше рассказал, он сразу подхватил эту идею, и мы начали думать о том, как же развить эту идею, что в ней такого примечательного, что сделает историю интересной не только для нас, но и для других людей, что они найдут в ней общего, какой-то отклик. Если вы подразумеваете, что это единичная работа, один комикс, вы хотите его нарисовать, написать только для того, чтобы проверить свои силы, добавить его в резюме или просто по приколу ради шутки, то, естественно, в нем должен быть законченный сюжет. Это подобие такого рассказа, в котором есть начало, развитие и финал, который удовлетворяет вас, который понравится публике. Если же вы все-таки планируете создавать какую-то большую серию, линейку, как мы придумали комикс «Счастливого конца света» именно таким образом, чтобы комикс за комиксом история развивалась с каждым эпизодом, чтобы наши персонажи куда-то путешествовали, чтобы происходили те самые концы света, о которых мы говорили, что они происходят каждую неделю. И, естественно, чтобы это не надоедало, нужно придумывать, как будут развиваться персонажи. Куда они будут добираться, что будет там происходить, и куда это их приведет, чем закончится. Поэтому прежде чем вы задумаете гениальную большую историю, подумайте, если особенно это для вас первые разы, подумайте над тем, чтобы начать с синглов, единичных таких комиксов, которые дадут вам понять, как работать над историей. Комикс, братья! Первое. Все начинается с идеи. Но должна ли она быть гениальной? Наша история начала пробираться от идей в джунгли всего вот этого сценария. Мы начали ходить, обсуждать, постоянно какие могут быть, да, персонажи, какие-то идеи возникали по ходу, связанные с тем, что происходит с этими персонажами. То есть, давай так. Первое — это такой зачаточный период, когда вы накидываете идеи. Не бойтесь, если одна идея сначала такая, потом она противоречит другой идее, потом вы поймете, как их соединить, если опять же будете думать над этим процессом. Постоянно. Да, будут появляться еще идеи, записывайте все обязательно на этом зачаточном этапе и думайте, как эту историю слепить вместе и как соединить, прежде чем приступите, конечно, к сценарию. Да. Идей может быть много, и не все идеи могут подойти, даже если они крутые, но вы должны смело понять, отсекать должны их. Отсекать, чувствовать, что идеи, историю усилить, что сделает ее интереснее. Да, ваша цель в данном случае, когда идея вам нравится, но вы не можете от нее избавиться, хотя чувствуете, что надо, отказаться от нее, потому что... Не привязываться к ней, да, сильно. Ваша цель — сделать историю лучше. Интересно. Всеми возможными способами. Нужна ли крутая идея для комикса? Конечно же, нужна. Крутая идея, да, как фишка. Когда вы о ней слышите, она вас цепляет, вам интересно, она интригует. Как впервые вы услышали об охотниках за привидениями. Как впервые вы узнали о черепашках-ниндзя. И о Бэтмене и так далее. Это что-то такое экстраординарное, которое заставляет вас прильнуть к экрану, прильнуть к комиксу и читать, чем же это там таким развернется интересно. Вы можете придумывать, либо основываясь на том, что вы знаете, либо уходить от того, что вы знаете, придумывать что-то новое, как это делали мы. Но есть такие истории, которые даже фильмы по ним, когда их интересно смотреть, безусловно, потому что интересные персонажи, потому что правильно подана ритмика, динамика фильма. Например, «Как знать» с Риз Уизерспун и Оуэном Уилсоном. Вы, в принципе,
принципе, можете предсказать, чем закончится история, но вам до конца интересно, что же произойдет, вы переживаете за этих персонажей, поэтому важно, чтобы вы не зацикливались на том, насколько гениальная идея. Так или иначе, это комплексная работа, и она будет проходить от одного этапа к другому. Если вы работаете в команде, то работай нескольких человек, и зависит не только от одной идеи, зависит от работы сценариста, зависит от художника. Когда вы закончите, вы увидите, насколько идея развилась, насколько получилось развернуть историю в том направлении, в котором вам хотелось, или наоборот увидеть, насколько большие изменения произошли с того момента, когда вы начали. Тем не менее, тоже не стоит избегать желания придумывать что-то оригинальное, новое, потому что, когда мы читаем истории, которые мы видели вчера по телевизору или в интернете, тот же фильм посмотрели, сериал, и мы читаем комикс, нам автоматически становится неинтересно. Если говорить о том, насколько читают комиксы, насколько они популяризированы, то это должно зависеть от как раз оригинальности истории, чтобы это могли увидеть только в комиксе. Тогда комикс захотят читать дальше. Комикс, братья! Второе. Вам нужен план. Второй этап — это план вашего сценария. В первом кусочке Оливер, у него ломается телевизор. В следующем кусочке Оливер идет в магазин за новым телевизором. В следующем кусочке его замечает Софи. То есть это такие маленькие кусочки плана, которые вам помогут держаться в рамках сценария. Потому что сценарий весь, он может не умещаться в голове, может быть сложным, и все нужно разбивать на этапы, тогда это будет проще. На сцены, поэтому разбивайте в фильмах. И в сценариях всяких, и на сцены, на эпизоды. Так проще работать, вы это поймете уже в процессе. Комикс, братья! Третье. Начинайте работу над черновым сценарием. И, соответственно, следующий этап — это сценарий. Когда мы сели с Игорем, я помню, мы сели на кухне, да, и начали накидывать идеи такие. Разложили листы. Готовы написать гениальный сценарий. Ну, естественно, в какой-то мере этот сценарий и остался до самого финала. Да, потому что он послужил основой. Нам кажется, что то, что мы умеем писать на бумаге, набирать текст на компьютере или вообще писать, говорит о том, что мы чудо-писатели. Чем же занимаются там такие писатели, что я не могу сделать? На самом деле, как из художеством, как и скульптурой, как и с бальными танцами и другими видами творчества, главную роль играет мастерство, а мастерство набирается с опытом. И безусловно, чтобы написать крутой сценарий к комиксу, вам понадобится написать уйму маленьких плохих сценариев. Когда мы работали над сценарием, мы параллельно учились это делать, и мы не до конца знали, как это происходит. Мы написали один черновой сценарий, думали, все отлично, нам он подойдет, с ним можно работать. Когда я начал заниматься раскадровкой, я заметил, что некоторые моменты не дописаны. Там написано, что герой заходит туда-то, делает это, но как конкретно он это делает или что в кадре происходит, не было прописано, и приходилось нам опять собираться, дописывать все это вместе. Поэтому, если вы задумались писать сценарий, то будьте готовы к тому, что вам придется написать немало неудачных вариантов, потому что тот вариант, который вы сделаете первым, особенно когда вы начинаете что-то делать, это всего лишь первый черновой этап. Кто-то скажет, а это плохая работа. На самом деле это работа, которая не прошла еще на следующий этап. Потом на следующий этап, на следующий, когда добавляются детали, когда все улучшается и улучшается. Просто вы еще на первой стадии. Будьте готовы к этому. И к тому, что придется много работать. Нил Гейман, который проводил мастер-класс по написанию книг, рассказу историй, он тоже приводил пример, как он работал над своим песочным человеком, и он даже делал небольшие наброски, примерно описывал, что в них, зарисовывал маленьких каракульных человечков. Дальше уже всем занимался художник. Что введено в практику во многих студиях, вы можете писать номер страницы, как вы увидите это на примере «Охотников за привидениями». На странице, допустим, номер страницы, дальше кадр первый, что происходит в кадре, дальше идет реплика, в зависимости от того, сколько реплик они нумеруются по порядку, и, соответственно, как звучит эта реплика, потом следующий кадр, следующий, следующий, следующий и так далее. Кстати, если хотите увидеть, как выглядит сценарий Image Comics для DC Comics, то в
программном обеспечении Final Draft. Это специальная программа для сценариев, ее можно установить на пробный период. Там есть примеры заготовки именно этих сценариев, и вы можете скачать, установить и просто посмотреть для себя, чтобы знать, как это все выглядит. Комикс-братья! Четвертое. Потратьте больше времени на продумывание персонажей и мира. Чтобы все-таки написать этот сценарий, нужно продумать, собрать идеи, как мы говорили, разные, о том, что может происходить в истории, кто наши персонажи, потому что важно это знать. Наши персонажи двигают историю вперед, конфликт, который происходит между персонажами. Нам всегда, как читателю, интересно читать, смотреть, что же будет дальше, взаимоотношения между героями. Продуманные персонажи помогают сценаристу работать над диалогами, потому что так он будет знать, а этот персонаж так не скажет. Или он скажет это вот так. Персонажи имеют какую-то предысторию, потому что предыстория также помогает придумывать, что произойдет дальше с персонажем, настоящим меняться, да. Какой у него мотив для того, что он делает сейчас. Почему у него там, допустим, плохое настроение или всегда позитивное настроение. Все эти моменты позволяют понять, куда будет двигаться история и что сделает персонаж. Это делает и персонаж интереснее, и саму историю. Мы, когда придумываем, вот есть кусок, когда вот я пишу, что мисс Нора, ей 67 лет, она высокая, худая, у нее длинная цветная просторная одежда и так далее. И также есть описание окружения. Да, это может также подсказать, какая атмосфера должна быть в доме, какой может быть интерьер, потому что если она пожилая, значит, у нее, возможно, будут какие-то предметы из даже прошлого века, вот, видите, комоды. Такие тонкости, которые уже придумывает и знает художник. Ну, сценарист также может их добавить. Да, можно, если сценарист это напишет или художник будет это придумывать. И в чем плюсы того, что вы работаете вместе. Иногда сценаристу не все нужно продумывать. У художника есть своя база, свои знания о том, что и как выглядеть должно быть. И тогда он уже дополняет или предлагает, может, как-то что-то улучшить. В принципе, вот у нас такое происходит, что каждый думает о своем, о своей части, это удобно, улучшает, как-то убыстряет, что ли, работу над комиксом. Поэтому даже если моя часть закончилась и я написал, допустим, сценарий, и пока не работаю над следующим или не делюсь вестями в интернете, в социальных сетях продвижением, то, естественно, я снова и снова прихожу к Игорю, мы обсуждаем с ним раскадровку. Вопросы, которые появились, да, возможно. Какие-то текущие вопросы, которых, допустим, не было в сценарии, но Игорь считает, что они должны появиться в раскадровке или на листе, и это, мне кажется, здорово, это улучшает качество работы. То же касается окружающего мира, который накладывает какие-то свои ограничения, то есть это может произойти, это не может произойти, о, давай так, а если оно так, то как это оправдать? Естественно, все это задача сценариста. Да, это зависит и от жанра также, от в каком жанре вы работаете, если это какая-нибудь комедийная история, сюрреалистичная, там может происходить что угодно, если это какие-то суровые будни реальности, это ограничено тем, что происходит вокруг нас, то, что мы знаем. Фэнтези, в общем, жанров существует очень много, и у всех могут быть свои какие-то рамки, или наоборот, не быть их, где вы можете либо нарушать границы всего придуманного, либо идти в рамках. Комикс-братья! Пятое. Чистка сценария и доработка. Естественно, по мере сценарий будет наполняться, вы будете его чистить, но вы должны быть готовы к тому, чтобы уже, наконец, не откладывая далеко, написать предфинальный вариант сценария, когда вы будете видеть, что работает, что нет, но вы уже будете знать, что вы избавились от лишних идей, которые работают или не работают. Потому что, когда их много лишних, они как бы висят грузом, и, в общем, вам не хочется продолжать откладывать. И это как-то психологически трудно, да, особенно когда у вас нет опыта работы со сценарием, потому что вы теряетесь, вы хотите сохранить и то, и другое, но, опять же, нужно все силой воли собрать силу в кулак и избавиться от всего ненужного. Просто когда вы учитесь отгораживаться от того, что вам не нужно, вы видите прямой путь, и вам проще к этому идти, и оно не напрягает вас сильно, как это
когда остаются такие нерешенные задачи, какие-то хвосты. И опять же, если вам трудно избавиться от кусков, просто закиньте их в документ с другим сценарием, допустим, на второй эпизод или на третий эпизод, чтобы у вас это осталось, было, потому что идея хорошая. Да, зачем, а чистый эпизод оставался вот в одном месте, и вы могли с ним работать и дальше очищать его, очищать. Как золото. Да. И таким образом сценарий проходит различные этапы от идеи к черновому, к черновых может быть несколько, потому особенно что там у вас, может быть... если у вас длинная история, нужно продумывать мир и персонажей. Да, тут могут быть правки и от чернового доходит до готового, который должен быть один, чтобы вы знали, как конкретно будет проходить история. На студии, естественно, сценарий должен быть финальным по максимуму, прежде чем он попадет к художнику, если же в нашем случае, может быть и в вашем случае, если вы с другом работаете, с коллегой или с братом, сестрой, вы можете все это корректировать по ходу, как это делаем мы, и естественно... В чем плюс этого, это в том, что когда мы придумываем сценарий все-таки это писательская часть, и не всегда все моменты работают в визуальном плане, или наоборот, когда придумывается визуальная часть, сценарий может усилиться и придумываться что-то новое, тогда я зову Сашу и говорю, вот это что-то новое. Поэтому мы несколько раз, даже когда уже страница нарисована, у нас даже есть финальный этап, когда все страницы нарисованы, мы еще раз пробегаемся по тексту, просматриваем все шутки, потому что нам важно, какой продукт, каким выйдет комик счастливого конца света в итоге, каким он доберется до вас. Бывали моменты, когда шутки сами собой шли или просто приходили откуда-то, непонятно откуда, рождались на ходу, так Саша придумал шутку с кошельком, и мне показалось очень забавно, хотя до этого была какая-то фраза такая общая, не очень веселая, и получалось так, что мы по ходу могли дополнять друг друга, потому что я рисовал свою часть, показывал Саше, говорил, о, смотри, вот это здорово получается, Саша, мы, о, да, прикольно, только чего-то не хватает. И тут мы садились, сделали мозговые штурмы, Саша что-то свое выдавал, мы такие, о, да, здорово получается, вот это надо добавить, это оставить. У нас так получалось соединять и делать все лучше и лучше. И, конечно же, были споры, и в ходе споров мы тоже что-то придумывали лучшее, высекали из этого самое-самое сладкое и интересное. Итак, подведем итог. Сначала идет такой зачаточный этап, когда вы собираете идеи и все это скапливаете в одном блокноте электронном, либо настоящем. Физическом, да. И дальше следует этап чернового сценария, когда вы набрасываете все и стараетесь избавиться складывать от личного. Складывать в историю. Да, это потом чистка идет, когда вы все убрали. Лишнее. Проверяете диалоги, что подходит персонажам, не подходит персонажам. Тут важно опять же знать, кто ваши персонажи. Ну и в нашем случае есть еще такой пост-этап, когда мы берем уже готовый комикс и чистим диалоги, когда уже все готово, в принципе. Подправляем, чтобы было веселей и естественно, лучше. Да, вы выбираете то, что работает для вас лучше, но эти принципы являются базовыми, а дальше вы уже танцуете, как вам нравится. Комикс-братья! Парочка полезных советов. Если вы будете стараться достичь лучшего в своих работах, если вы будете читать, чтобы научиться у других, какие приемы они используют, если вы будете смотреть фильмы или сериалы хорошие, которые высокого качества, которые схожи с тем направлением, которое вам интересно, то тогда вы набьете руку и сможете писать более лучший сценарий. История должна исходить из личного опыта, должна быть вам близка, независимо от того, насколько она фантастическая, потому что даже в нашем комиксе, где монстры, где Оливер, где Софи, где происходит что-то смешное, несуразное, это персонажи, которые перекликаются с нами. И вы увидите, что сюжеты, которые где-то поучительные, где-то драматичные, где-то веселые, они, естественно, близки нам, и мы их пережили и можем рассказать достоверно именно благодаря тому, что мы знаем их. Поэтому это очень полезно, когда вы пишете сценарий. Вам должно это нравиться. И тогда ваш комикс удался. Неважно, что скажут остальные. Вот, собственно, какой бы совет я хотел бы вам лично дать, как писатель и сценарист. И создатель комикса «Счастливого конца света».
Комикс-братья! Вот, в общем-то, и закончили мы рассказывать о том, как делаются сценарии. Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Дальше мы будем рассказывать о раскадровке, о обводке, рисовании комикса, раскраске. В общем-то, все этапы. Спасибо вам еще раз огромное и до встречи. Это были комикс-братья Игорь Зиненко и... Саша Зиненко. И счастливого конца света. Счастливого всем конца пока. Света. А теперь, друзья, внимание на экран. Вы видите имена потрясающих людей, которые поддерживают наше творчество. И точно так же, как и мы, причастны к созданию этого выпуска комикс-братьев. Так что скажем им спасибо. И особенно Тоне Бабушкиной, Юрию Короткову и пользователю с ником Косые Глаза. Присоединяйтесь и вы, и получайте награды. Ссылку на нашу страницу Boosty вы найдете в описании под этим видео.